Садитесь. К нам. Здравствуйте. Юли-то нету? Юля нет, не поехала. Она как бы на телефоне у нас. Ой, мальчики. Я тут немножечко староватая, поэтому... Да ничего, мы... Медленно. Мы не молодые. Да. Ну что так, все нормально? Да. Все, едем, да? Едем, дорогой. Едем. Куда мы? Волыново, да? Едем в Волыново. Это еще минут 20 надо. Минут 20, все, хорошо. Там... Дом, из-за чего продаете? Из-за чего? Да. А, во-первых, мы 25 лет прожили, муж умер. И дети меня сразу же перевезли сюда, купили квартиру за миллион. Uh-huh. И меня сюда переселили, потому что у нас на зиму-то остается только два дома. А так в деревне, да, а так, знаете, что москвичи и ярославцы, вот, ну, я, как говорится, и у меня-то мальчики, конечно, два дома на одном участке. Сейчас посмотрим. Вот, да, и я вообще-то поэтому по одному продаю, потому что два-то сразу не покупают. Вот и мы приехали. Так что подъезд-то, вот видите, дорогу у нас чистят, и зимой чистят. А люди-то зимуют в деревне? А я сказала, два дома. А, два дома только, два, да? Дома. Постоянно. И они у меня хранят, и я плачу денежки, и они меня приглядывают. А, вот так вот даже, да? Да-да-да, вот дорожка. По ней можно по этой дорожке зимой проехать? Вот по, это, не зимой, а вот в межсезонье. Не-не, в межсезонье, когда вот распутится. Здесь это, да, как же, все равно кушать-то хочется. При машине-то две машины ходят. Во вторник и в четверг приезжают. Но это автолавка, я имею в виду. Автолавка, вот, да. Дожди пошли, дорога не раскисает нормально, а у нас, да? вот эта дорога, это сухая, вот эта, которая, значит, идет к мосту. Угу. Хочет соседи из Ярославля. Тоже только что купили прошлый год. А они используют как дачу ее? И они тоже, но то, на лето тоже. Uh-huh. Вот так что тихонечко, значит. Ну, красиво, конечно, летом-то, ребята, вообще это красиво. Это были все колхозные поля, лен садили. Ну, сейчас ничего не садят, да? Голубое было. Все тут. Ну, сырость есть, это знаете что. Поэтому, да. Оно, знаете, ключи тут это бьют. Грибов, наверное, много здесь у вас, вот смотрят, да? Грибы, конечно. У нас и клюква, и малина, и все, как говорится, есть. Перелезаем. Вот так, да, знаете что. А вот она, калиточка, да? Вот, да, вот калиточка. Не пугайтесь, потому что у меня двор, видите, это, знаете, зарос. Вот. Это что такое? Это бак для воды. Ведь положим-то на улице, так это... Из колодца наливайте и грейте, что ли, да? Да, это, знаете, там насос только, да, ага. И лило уже за 20 года. Ясно. Вот. Это бачок, да. От воды. Вот. А колодец рабочий, да? Колодец рабочий, да, там как-то на насос там. Все, посмотрите, надо прочищать, конечно. Это мелом забило. Да-да. А, вот он все закрыто. Да-да-да, это новый тоже колодец. Насос там, короче, да. Да, водец. Да, это все в порядке. Батя у меня был, все, знаете, золотые руки. Так, а баня из бруса, да, вроде бы? Вот это вот баня. Брус, да, у вас, по-моему? Вот это. Давайте я покажу, значит, это. Или что такое, лапет? Какой-то, да, лапет. Покажите нам участок. Вот этот дом на участке стоит. Вот, это тут 15 соток. Вот это баня на этом участке стоит. Это, значит, в общем-то... Вы за баню зайдите, потому что я... Это дом ваш, вот этот, зеленый? Это наша. Тоже. А вот этот? Это у нас все тут огорожено, так что это у нас получается, это все, в общем, 26 соток. 26 соток. 26. Два дома стоят на 26 соток. Да, 26 вместе, потому что здесь 15, и тут 11. И все отдельно. Получается, у него это 10, а у меня 10. А мы сейчас стоим на каком участке?
Как хотите, сколько намерите, столько и будет ваше. Нам надо сейчас, наверное, выйти вот, с торца, с моды дома посмотреть. По дороге разделить. Вот пойдет этот забор. Вот тут давайте забор. С фасада, непонятно. Да, да, мы сейчас с фасада зайдем и все увидим. По забору, вот этот забор и так вырежет. Ну, добавим. Так-то неплохой, да? Неплохой дом. Два дома получается. Да, да. Два дома. Да. И что, вместе это все как бы удобненько продавать руками. Ну тут смотри, получается как. Я так понимаю, 10 соток или 15 при доме было. Угу. Они заехали, стали жить, а потом они взяли в аренду 15 или 10 соток. Построили. И на этой арендованной земле построили дом и ввели, наверное, в эксплуатацию. И там тоже взяли. Тут два участка получается. Угу. Ну а потом документы смотреть. Да, 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 обязательно. Да, смотри, фундамент. Это дом, да, у нас получается рамы деревянные. Да, так это, знаете, он же столетний. Угу. Да, он столетний. Эта печка, это подремонтировано, знаете, чего. С перерубом, да, получается? Вот это вот вторая. Ага, вторая вот комната. Видите? Да, вижу. Ну, а что, как говоришь-то, двойной комнат? Хорошая изба. Утеплённый. Хорошая, да. Вот посмотрите, какие, как говорится, плахи. Посмотрите, на потолке. Перекрыть это, вижу. Да, это, ну, да, какие плахи, это, да. Так, что вы, а вы вот даже сюда посмотрели, какие брёвна это... Посмотрели, печка-то рабочая? Да, с ремонтом. С ремонтировали, да? Да, с ремонтом. А давно последний раз топили? Вот, с ремонтом, да. С ремонтом. Все тут отремонтировано, все новенькое. Угу. Вот, это, ну, в общем-то, чего еще? Подполье. У нас нет, такого подполья нету. Как это? Мы все закрыли. А что же у нас? А затем у нас это, погреб был. У нас погреб. А так вот, ну, смотреть можно в этот. Сейчас, подождите. А это вторая печка. И вот это у меня кухня. Новая. Новая печь, да? Да, новая совершенно. Сам этот у меня складывал дед. Ага. Так. Понимаете? А ты сам выжил, да? Сам. Все делал сам. Вот, значит, вот еще надеть, вот что там. Что там делать еще? Ну, хочу сказать, пополам ходишь, да. Полы прямо... Не провисают. Ну, прямо они монолит чувствуются. Ну, они, видать, свежие это, полы. Дед, это мы в 60 лет приехали. Видите, ну, перекладывали полы, да? А? Перекладывали полы, ремонт. Конечно. Да. Эти, знаете, эти все, это, бычки, которые сюда ставлены. Ну, прямо все новое, ребята. Все новое. Я говорю, тут даже переход идет от этого. Да. И даже от новую синей... дверь поставили. И все, это где-то у меня такой, ого, ребята, дом, конечно, хороший. Посмотрите, какие одни, как говорится, бревна. Да, прям. Посмотрите. А он мне всегда стоит. Нравится делать по бревнам вот так. Да. Ах, прям. Да. Вот, звенит. И знаете, вот еще здесь, вот эту дверь старую бы сменили. Так, вот, ребятки, тут я, как говорится, это, потеряла ключ. Mm-hmm. Вот поэтому, знаете, что так это... Нет кого закрываться. Я кидываю это, да. Нет, так, ребятки, так, посмотрим, что тут все. Значит, надо вот здесь. И баня здесь включается. Баня да, тоже в розетку, что ли? Тоже, да, в розетку. А-а. А там еще две розетки. А вот это, ребята, летняя изба. И вот мы как говорим... Давайте помогу. Ой, ребята, не работают. Вот, ребята, летняя изба. Вот здесь я держала здесь фрукты и овощи. Держала. Ну, да. И вот эти чулан. Вот эта комната летняя, но мы ей не пользуемся только для... Да, это понятно. Да, это на чердак где-то. А это что? Это нет. У него, как говорится, у деда тоже типа, знаете, как какая-то такая мастерская немножко хранит. Блин, прям вообще... Монолит, ребята! Монолит. Да, это грех обижаться. Да, нет, бревна прям вообще. И вот. Не знаю, все на мох проложено. Купили.
Не сделаю, конечно, тут. А это, ребята, вот 25 лет мы все время трудились, трудились. Это вот когда вы с Архангельска переехали, да? Да, из Архангельска мы приехали, 25 лет. Вот мы приехали сюда, я купила в 97-м, в 98-м мы приехали. И мы 25 лет здесь, и он только средняя лучка у него, он все своими руками. Молодец. Получается, два входа, да, у печки? Труба ремонтирована тоже. Труба, видишь? Да, труба. С двух этих, да, дымоходов, получается, с двух печей? Да. В один дымоход. Одна русская печка, а другая вот сам он делал. Вот плита вот идет отсюда. Тоже вот плита вот отсюда. Я понял, а там русская там, да. Я к тому, что все делал. Да, ребята, вообще молодцы. Ничему не придраться. Вот только что мне... А подшивали, переделали, вот смотри, вон эти, вон. Как бы вот. Выбрать. Ну, дранку доставили. Дранка, да. И этот шифер положен. А я хотела еще закрыть железом. Но дед умер, деньги пошли мне на квартиру. Большое селе. Так, если нужно будет, так-то можно и не делать ничего. Зачем? Нет. Шифер-то нормальный вроде. Он. Ничего не делать, вот не надо. Все вот нормально. Это в последний момент, когда вот эту мне кистинку, дырка тут была, закрывали, они мне поставили, мужики. Усилили. А здесь дранка была, здесь крепежа-то не было. Не переслушать. Не, мне интересно. Интересно вы рассказываете. Ух, я вам сейчас рассказала столько. Я даже одного видела. Ой, это вообще... Страшно-то быть? Про это не рассказывайте. Ой, нет, так это не добрые. Пойдемте смотреть дальше. Смотрите, я... Это что у нас? Это все могли, у меня уже все хорошее, все вытащили. Это я разрешила. А кто вытащил? А это, ну, как, ну, с вашего разрешения. Кто мне помогал, я сказала, ну, делите, что хотите. Кто мне помогал. Это у нас получается пристройка на месте хоздвора, да? Да. Где был хоздвор. Да. Вот. Ну, а можно там посмотреть? Это получается как мастерская маленькая. А это вот туалет там. Вот. А это получается как бы такая, то есть, вот сараечка для хоз инвентаря. Вот это, знаете, вот тут туалет. А у тех соседей на улице у всех туалет. У вас в доме? Да, так Миша делал сам уже для себя. Но он и был у нас здесь во дворе. Ну, как правило, ну... Но он тоже стал, знаете, очень большой, тоже уже ветхий стал двор-то. Вот она, куда, зачем? Для многих современных людей непонятно название двор. Они говорят, как это двор? Вот, и, пожалуйста, двери осиновые оставляют, надо баню пристроить или еще что-то для бани. И все было надо, деду. Да нет. Проводка новая, да? Все сделано, потому что видно, что с руками хозяева и с душой. Пойдем дальше. И вот и так что... Даже мастерская, вот я же говорю, что мастерская. Да, мастерская. Пойдем. И так что мастерки, все нормально. И вот тут даже, и что тут... Подлезть. Даже вот я хочу обратить внимание на бревна. Вот даже вот бревна, хоз двора, по сути, даже вот синей, точнее. Синей, да. Они вот... Они такие же, как от дома. То есть, ну, они тоже хорошие. Из таких бревен дома строили. Да. Но, ребята, он пишет 100 лет. А на дом-то вот такие, во. Вот бревна-то вообще просто. Ребята, знаете, чего? Он просто прям... Вот, а знаете, что вот эти у меня ребятки пришли, которые помогали мне это вытаскивать. Они говорят, теперь, значит... Просто в доме у нас тоже вот бревна хорошие. И говорит, надо теперь вот закрывают, наверное, какими-то... Ну, это декоративное дело. Да нам это зачем? Да, но это, а у меня там, знаете, тюль вот закрыта, да, коврами. Где это закрыто? Это вот тот дом. А. Ну, пойдемте смотреть баню. Там баню посмотрим. И тот дом. Ну да, веранда-то построена. Да. Я скажу, да. Что там... Видно, что работали, не попадая рук. Ну, тут получается у нас в деревне, пока видим, два дома жилых, да? Оба наших. Оба. Нет, три дома получается. Нет, там это... Соседи-то живут. Живут. Там уже живут вначале. Угу. Там-то вы обошли, нет? Да. Да, смотрели, конечно. Угу. Вот там, ребята, погреб. Погреб на улице? Вот погреб. Вот это сараечка, да? Да, сараечка, это погреб. Ага. Вот. А что там закопано внутрь, ну, в землю? И там и получилось, знаете, чего, как вам сказать, вода отошла, надо цементировать.
нападение. А это у нас от бани. Осталось это пристройка. Тут для хлама. Угу. Это пристройка для хлама. Так, пойдемте все, в дом сюда, да, вот этого второго, потом пойдем там. Вот это не важно, что тут сейчас на компании. А, в бане у нас идет, да? Да? Давай. Ну да, тут только просто привести в порядок, покосить это все дело. Тогда, тогда он будет видать все. Я платила детям еще квартиру. А у меня сейчас будут деньги свободные, я буду тут делать. Все выкосить. Мне потому что хочется... Пока, вот так вот, раз. Горит. Вот, ребят, вот баня. А из чего баня-то сделана? Из чего баня сделана? С какого материала? Из это он покупал брус. Ну это не брус, это типа какой-то... Лафет. Типа, ну он такой, в принципе, это... Не, это брус, правильно. Это брус, просто брус. Он этот, как он, не 100 на 100, а, например, там 50 брус, на 150. Брус, вот как брус, вот так вот он. Брус. Или 100 на 200, вот, да, даже да, 100 да, на 200, вот, наверное, вот, вот так вот, да. И он хотел это еще вагон пробить, у него нас и вагон. И мхом все проложено, да, получается? Да, ребята, боже, знаете, золотые руки. Да видно этот пятнин. Золотые руки, это все печка, его. Печка, вот хочу просто обратить внимание на печку. Все новое, это... вот, почти как новое, вот я думаю, что прям доворотное. Ребята, все нормально. Я на него не обижаюсь, он, конечно, был строгий, пессимист. Так вот, да, но видите, пессимисты как вот строят. Ну, не золотые. Вот. Так сирота же, сирота, без отца, без матери вырос. Пойдемте, все выключаем. Так что я... Бревно, да? Конечно. А когда строили-то, в каком году? Мы на другой, знаете... В каком году строили? Все, ребята, бревна. А вот и нет. Не так все просто. Мы ведь вырвем нафиг. Да, не потерять. Тут туалет. Да. Угу. Дополнение к основному дому. Это не основная часть дома. А вот, открой еще там. Это не самостоятельный дом. Так я сказала, для тещи дом. Гостевой дом. Вот, да. Здесь гостевой дом.
Да, мне кажется, полноценный дом вот для дачи. Ну, отдельно продавать дом, ну, а кто его покупает? Вот видите, это... Вот, вот дополнение к тому дому, как, ну, вы так рассчитываете? Я думаю, да, это логично. И два сына, говорит, и тому сыну, это сыну, и другому сыну. Да, да, совершенно верно. Это хороший дом, значит, такой. Нет, хороший дом. А он теплее, чем тот старый, потому что новый. Да, он новый, вот бревна, посмотри, это все новое. Новое бревна, вот все, намок проложено. Вот, смотрите, все, как говорится, сделано по-человечески. Он сам его... Ну, да, это можно потом подумать, как это, отдельно их или вместе. Да, ну, да. Печка-то у вас, получается, это... Плита. Печка-плита? Девушка, а, плита. Девушка. Но, понимаете, он тоже скряга, тоже такой... Да, и вот это, решил это, значит, хранить тепло, поэтому там чугунная плита положена. Uh-huh. Он бы это... кирпичи выложил, угу. Это хранит... Делал буржуйку, да, делал, в принципе, такой вот, буржуйка, да. И он, это у него было, он хоккей там смотрел, спорт, и он спал там. Я там спала, а он здесь спал. В доме. Это у него была его келья. Вообще. Угу. И он, это, знаете, блаженцем был, он музыку и все, всю, да, музыку, все. Вот, ну, я уже, конечно, все выездила, тут осталось еще только тоже, знаете, кое-что, да, кое-что по мелочам. Угу. Хороший дом, бревна прям видно. Это вот мы новая. Покупали, это сруб бани. Да, и полы тоже так же, как в том доме, да, у вас. Да, тоже, знаете, двойные тоже. Да, да, чувствуется прям тоже такой так жесткость, вот монолит. Это, получается, состоит из одной комнаты с печкой. Комната, печка, это вот, получается... Вторая комната. Да. Она неотапливаемая. Вот это вот неотапливаемая? Да, это переруб. И получается, да, вторая комната, вот неотапливаемая. Но это, здесь это, можно какой-нибудь конвектор электрический, да, поставить. Ну, она печка с двумя окнами или с одним окном? Одно окно вот это стоит, да? А там чего? А вот пойдем дальше. А, там просто заколочат. Что-то нету, конечно. Вот здесь, а, вот там нету, юг, и, значит, вот. Да, а вы говорите, закрыл-то окна, это где закрыл-то он окна? В этом доме? Там было сколько-то окон, он закрыл. А, в том, да? Все. И у нас получается... Новые окна. Да. Третья комната, да, получается, вот это вот? И вот, понимаете, третья, это кухня, это кухня, это получается. Кухня, ребята. Да, тоже холодная. Вот, да, ну, извини меня, сколько квадратных метров получается? Каркасная. Каркасно-щитовая кухня. Вот, это, значит, у меня обогреватель универсальный. Он очень хорошо греет. Это вы здесь просто, ну, обогревали, да, как бы кухню? Это... зимой все, что приходится. Ну, конечно, здесь, может, отопление. А вот это вот для чего? Вот это вот взяли печку. О, это плита. Печка. Ну, вы не пользуетесь, я смотрю, новая. Она новая. У меня все новое. А там вот еще плита газовая, все новое. Это... И мне надо было все, все надо. Mm-hmm. Некуда я у меня. Молодец, Светка. Mm-hmm. О, вот это небесное. Руки золотые. Ну, проводка вся свежая. Это, знаете, что, так это у меня еще все порасточили, еще богатство. Ну, вы пораздали, имеете в виду, да? Да, я, значит... Не украли? Не, никто ничего не взял. Ну, это, знаете, это новая газовая плита. Да. А электричество, подведено, вот оно, да, эти столбы вот эти? А, вот, я вижу, я думал, это бельевые веревки, это электричество. Я считаю, что вот это будет. Он огорожен у вас соседями, да, получается? Я все огорожен. До туда. И так все огорожено. Это я считаю, что это к этому дому.
Так нет, ну, вот, понятно, что так. К этому дому. А потом еще к этому дому, вот то, что вырезается из здания. Ну это мы давайте посмотрим уже по документам, как там будет оно выглядеть, как это будет выглядеть. А потом сформируем все. Про погреб скажите еще. А, погреб? Мы не погреб. У вас там, вы говорите, погреб, там, он в земле просто яма, что ли, выкопана или чего? Да, яма. А туда что-то заложено, там, кирпич там или как-то, или, там, бетон? Заложено, там, вот бетона нету. А что там? А, понимаете, у нас через 2 года это зашла вода, ага. И мы им не пользовались. Задержала вот. А из чего, как он изначально-то был сделан? Просто выкопали яму и туда что-то... Вот. Дорогой человек, я уже, знаете, что не знаю, но и он это, и мы поэтому не стали пользоваться. А так пользовались погребом, да? Что-то хранили? Это, да, это, ну, что там, нам чуть-чуть, поэтому угу. Это где-то в доме у нас тоже было, это +2 до +5. Ну, вот, держали в доме, покажите. Понятно. Пойдемте, Катина, закрывайте дом. Пойдемте, помогу, и это, и поедем.